Еду ставлю подальше, пока он ест. Я быстро подхожу к нашему. Еду убрал, отграбил. Слава богу, грабли пока боится. Потому что я даже воду не могу взять у него. Он сразу себя ведет очень-очень агрессивно. Но не будешь на меня рычать? Злобный. Надо еще траву здесь покосить будет. Наверное, мы этого закроем в зимнике. На эту территорию перегоним вот этого крокодила. И тогда можно будет уже полноценно этот вольер делать. Но я думаю, работы очень дорогие. Там $1000 заявляют на постройку вот этого вольера. Ну, переделать и расширить. Я думаю, в скором времени купим сварочный аппарат с болгаркой и начну сам переделывать. Потому что $1000 только одна работа очень и очень дорого. Так что будем варить. И куда ты, дурак? Это же оса. Ты чё? Тебе мало проблем с клювом? Нет? Нормально? Фу! Будет как эта губа у бегемота. Надо будет машинку губозакатывающую. Чтоб по земле не волочил. Так что тьфу, не сглазить, все хорошо. Даже вон зеркальце есть. Пусть смотрит, любуется.